ресторан «Старт». Импект со старта в борьбе возглавили «Изюм», представитель города Екатеринбурга, и «Малыш», представитель Артинского района, село Манчаш. Здесь же плотно в спине у них «Баламут», «Барашов Иван», город Арти. Чуть отстала со старта «Прибыль». Лошади проходят левый поворот, они растянулись по дистанции. Впереди Сафонова Наталья на «Изюме», на второй позиции «Малыш», Юмаков Алексей. И вот они в борьбе проходят мимо зрительских трибун. И «Изюм», и «Малыш». И далее в спине у них плотно «Баламут» и «Прибыль». Лошади проходят по прямой, входят в правый поворот. Развернулась острейшая борьба между «Изюмом», представителя города Екатеринбурга, и «Малышом». И вот сейчас уже на первую позицию очень уверенно определился «Малыш», город Арти, Юмаков Алексей, а на вторую позицию переложился «Баламут». И очень плотно сидит в хвосте у «Малыша», надеясь составить ему конкуренцию. И это ему удается. Лошади на дальней прямой в борьбе «Баламут» и «Малыш». На третью позицию отпал «Изюм». Из борьбы, к сожалению, выбывает, постепенно выбывает «Прибыль». Конечно, орловской лошади тяжело тягаться с полукровными верховыми лошадьми. А в левом повороте, входя в поворот, скачку ведет Юмаков Алексей на «Малыше», представитель села Манчаш. На второй позиции «Баламут», город Арти. На третьей «Изюм», Сафонова Наталья, город Екатеринбург. Отрыв «Малыша» на финише увеличивается, он выходит на финишную прямую практически в гордом одиночестве. Остальные лошади в борьбе за второе и третье место. А к финишу очень уверенно подходит Юмаков Алексей на «Малыше». «Малыш» — достойный и подробный боец. И замыкает скачку «Прибыль». Тяжело далась ей эта скачка. Лошадь все-таки орловской рысистой породы. Тяжеловато ей пришлось на сегодняшнем Сабантуе. Но спасибо владельцу и жокею за участие. Итак, к финишу подходит четвертый участник «Прибыль».